А вот и они, друзья мои! В июне эти сказочные герои из изумрудного города поздравляли маленьких горожан с началом лета. И вот незаметно пролетели 3 месяца. Сентябрь – время подводить итоги. Перекличка показала – в зале представители всех оздоровительных городских лагерей. Я надеюсь, что вы в июне не только ждали хорошей погоды, но и тоже отдохнули. В июле, наверное, кто-то порадовался солнышку, позагорал, покупался, а в августе просто отдохнул и готовился к новому учебному году. Я хочу вас всех поздравить с тем, что лето у нас состоялось. Действительно, комиссия поработала, и наши учреждения, на базе которых летние оздоровительные лагеря работали, они справились с этой задачей, и у нас ребята в городе отдохнули. Флаг летней оздоровительной кампании по уже сложившейся традиции все лето развивался на главной площади города. А вот вернуть его в стены Дома детского творчества сразу не получилось. Злая волшебница спрятала символ лета и отдыха. Отдать согласилась за выполнение заданий. Всем оздоровительным лагерям вручили памятные подарки. Герои изумрудного города попрощались с ребятами до следующего лета и пожелали им успехов в новом учебном году.